Волкова пишет: спасибо за рекомендации, Геннадий, давно вас не слышно и не видно, куда пропали. Да живу я. А вот сейчас занимаюсь чисткой печени, купила Авесо у свиноформулы в аптеке, натуральный, хороший препарат, всем советую. А вы знаете, а я особо не советую, и не потому, что он там плохой, потому что с чисткой печени он не имеет того значения, которое вы ему придаете. Я уже рассказывал, чистка печени бывает жесткой, назовем так. Когда идет мощный послабляющий эффект, создается мощный желчегонный эффект, и вы видите, как выходят с вас камушки. Существуют другие методы, которые способствуют мягкому очищению печени, то есть рассасывает. Насколько это делает вот этот вот препарат, я не знаю. Возможно, он там больше очищает по-другому за счет того, что вот эти вот частицы овса способствуют тому, что начинают на себя, значит, привлекать, прилипать к себе различные там шлаки, и далее выводится. Это, ну, мое предположение. Оно может быть не обязательно верным. Поэтому вот что касается чисток печени, вы можете почитать в моей библиотеке, я рассказал механизм, а не рецепт. Масло, лимонный сок, горелку, и все пошло. То есть нету механизма действия. Рассказано, как этот препарат чистит печень. Нету. А раз не знаете механизма действия, то как он подействует, то ли он подействует вам на печень, то ли подействует еще на что-то, то ли положит деньги в кошельки фирм, которые его производят. Механизм действия должен быть, как Авесол действует. Все, этого нет. Глеб Победа. Это отзыв насчет беседы с Кларой Дорониной о чистке печени. Малахов 256. Молча бы послушал реального целителя, не позорился. Ну что, я поставлю дизлайк. Дело в том, если бы не я, вообще этой беседы бы не было. Я так примерно вспоминаю, что тогда было. Клара Ивановна пришла на передачу, она уже там, со здоровьем у меня проблемы были. Но тем не менее, голова работала ясно, понятно. И что-то в разговоре было вот упомянуто о чистке печени. Так, упомянуто. Для того, чтобы подробнее узнать, что это такое. И тем более узнать у такого целителя. Я взял камеру и начал задавать вопросы, чтобы она все рассказала по полочкам, чтобы все это было ясно. Чего я добивался, какие вопросы задавал. Если бы я не задавал вопросы, вот так бы и прозвучало. Очищаетесь народными методами с помощью лимона и оливкового масла? Ерунда. Вот вам Авесол. Вот это и все и было бы. А так вы можете, посмотрев этот видос, узнать очень многие тонкости, очень многие действительные там механизмы, по-настоящему разобраться в чистке печени, потому что опять-таки вот думаю, что там раз масло выпил, Авесол там пропил, все там вышло. Это довольно-таки сложный процесс очистить печень. Мы должны понимать, что мы с вами чистим, что происходит. И думая о том, что мы чистим печень, на самом деле мы в лучшем случае там можем очистить там желчный пузырь. Но что касается печени, мы к ней даже-то не подошли. И вот все это я, встретив знающего человека, начал задавать вопросы. Вот поэтому тупый Джейс, молча мы послушал реального целителя, не позорился. Все, Глеб, не было бы этого видео с Кларой Ивановной, если бы я ее не расспрашивал. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению.
доброго здоровья и до новых встреч!